Девочки, что мне пришло? Что пришло? Это массажер для шеи, ну не только для шеи, для всех частей тела от Дайкман. Супер, давайте скорее смотреть. Такая большая коробочка с ручкой. Сразу скажу, что это не первая техника Дайкман в моем доме. Мне очень нравится соотношение цены и качества. Помните вот эту пилку для ног? С удовольствием пользуюсь до сих пор. Вообще все отлично, все замечательно. Быстро, качественно и здорово. Так, смотрите, это массажер для шеи с подогревом и таппингом. Их несколько у Дайкман. У меня модель Impact KL42. И он очень классный. Сейчас будем разбираться, я вам буду все рассказывать. Я так его хотела, девочки. Здесь 16 вращающихся массажных роликов. Регулировка направления роликов. Две головки для таппинга. Это вид массажа. Три уровня интенсивности массажа, инфракрасный подогрев. Так, еще здесь информацию сразу вам на коробочке сейчас покажу, расскажу. Смотрите, массаж шеи, массаж талии. Вот сейчас к весне будем с вами прям хорошить. Массаж ног, массаж ступней, массаж живота. Он большой, у меня есть массажная подушка, кто смотрит меня давно, тот знает. Она маленькая, не очень удобная, не все части тела ей удобно делать, некоторые больно. Этот большой, с ручками, удобный, классный. Кнопка включения, кнопка смены направления, кнопка выбора скорости, кнопка отключения подогрева. Это все у нас дистанционно. Он без, не от сети работает, в общем. Он заряжается и работает, он беспроводной. То есть мы куда захотели, туда его взяли и сели. То есть взяли с собой куда-то в поездку, зарядили, едем там мы на день куда-нибудь, да, взяли. Вообще это очень-очень неудобно. Так, что у нас здесь еще? Технические характеристики. Вот кому интересно, почитайте. Таймер на 15 минут, да. И давайте уже с вами открывать коробочку. Мне безумно интересно его потестировать. Смотрите, как он приходит. Вот в такой крутой сумке. Просто это, наверное, кожзам, но очень... Фокус-то где? Очень качественного исполнения. Да, Ксюшка говорит, у нас теперь есть такая крутая сумка. Достаем. Забирай, котен, коробку. Ну как, ну не очень тяжелая, нет. Но он такой увесистый. Смотрите, какая классная сумка. Вообще, вот сумка потрясающая просто. Так, и здесь у нас сам массажер. Ксюшка достает у нас тут гарантию, достает инструкцию и достает зарядку. Вот такая вот зарядка с вот таким вот кругленьким наконечником разъемом. Вот такая длинная, кстати, зарядка. Давайте открывать сумочку. Такая, такая классная мягкая сумка вообще. Слушайте, я одной сумке радуюсь. Она очень классная. Надо приспособить ее на коляску. Слушай, вообще супер, за покупкой ходите. Так, одну руку уже тяжело будет достать. Мы достанем. Вот она сумка, и вот он сам массажер. Вот такой он большой. Здесь 16. И вот мне очень интересен таппинг. Здесь 16, целых 16 вращающихся вот этих штучек. То есть смотрите, какая площадь. Вообще здорово. На живот прям хочется приложить. И вот такие рукава. То есть мы продеваем сюда руки, да, и нам очень удобно. Это как подлокотники практически, очень мягкие. Здесь же у нас прям на рукаве, смотрите, кнопки. Кнопки, панель управления. Все очень удобно. Никаких проблем. Водух, ничего лишнего, вообще потрясающе. Мы сейчас пойдем с Ксюхой тестировать, потому что мы уже не можем дождаться. Потом вам расскажем свои ощущения, расскажем, что, как и почему, и насколько это все круто. Ну что, мои хорошие, мы исследовали массажер уже всей семьей вдоль и поперек, все функции, все плюсы, все минусы, если таковые имеются. Я вам сейчас буду все подробно рассказывать. Ну, во-первых, начну с того, что Дайкман это... Давно себя зарекомендовавший бренд, у меня уже есть техника этого бренда. Помните пилку для ног, мы с вами тестировали, до сих пор ей пользуюсь и только ей в плане педикюра, поэтому доверяю. Это европейская международная компания, они давно-давно уже на рынке, много-много лет, и они сотрудничают с бюро в Бельгии, поэтому к качеству у меня этого бренда вообще никаких нареканий. Так, сейчас буду вам все показывать. Я сижу здесь на пуфике, да, на... кресло груш, потому что мне именно на нем больше всего нравится массаж делать. Сейчас объясню почему. Так, во-первых, это единственный массажер в своем роде, а у меня их было очень много, от ручных, безумное количество ручных было, до массажных подушек, у меня их много, а у меня есть опыт в массажных всяких этих приблудах, скажем так. И вот этот аппарат, это что-то... с чем-то. Это что-то новое, это что-то крутое. И сейчас объясню, почему.
Ну, во-первых, это единственный массажер, который максимально приближен к ручному массажу. То есть, когда им массажируешься, то прям такое ощущение, что тебя разминают вот так руками. Почему? За счет чего это достигается? Здесь 16 роликов, 16. Единственный в России массажер с 16 роликами. Я попытаюсь вам их показать. Не попытаюсь. Я сейчас найду молнию, открою и покажу вам. О, я включила его уже. 16 роликов и первый в мире массажер, у которого есть функция таппинга. Кто не знает, что такое таппинг, вкратце объясню. Вот здесь молния. Таппинг – это воздействие постукивающими движениями кончиков пальцев или какими-то предметами на точки на нашем теле, которые отвечают за здоровье тех или иных органов, в целом за расслабление мышц. И массажер Дайкман, он первый в мире, который эту функцию использует. Вот смотрите, вскрыла и показываю вам. Вот они, ролики для таппинга. И у нас с вами здесь такая маленькая силиконовая штучка. То есть не целый ролик бьет по вашему телу, да, а именно вот эта вот силиконовая пимпочка, она имитирует таппинг, то есть постукивание по телу. И расслабляет, максимально расслабляет мышцы, да, застой и так далее. И вот они ролики, на каждом из которых по 8, да, всего 16, большие и маленькие. И они все разного размера. Смотрите, как ладонь. То есть когда они начинают вращаться, а вращаться они могут в две стороны, мы можем с вами с помощью пульта управления встроенного, скажем так, регулировать, в какую сторону мы хотим. А так, каждую минуту, по-моему, или полторы минуты, они вращаются в разную сторону. И то есть, благодаря тому, что они разного размера, и благодаря тому, что есть вот такие вот большие, и их так много, получается, что как будто вот захватывает рука, плечи в частности, да, это здесь вот ощущается, потому что при массаже другими любыми аппаратами и средствами, да, я этого не ощущаю, то есть есть массаж, там что-то крутится, что-то вроде разминается и так далее, а здесь такое ощущение, что как будто захватывает плечи, захватывают и как следует разминают, расслабляют, вообще это здорово. Можно регулировать тем самым мощность, надавливая телом и прижимая с помощью рукавов. У нас с вами рукава, так называемые, 50 сантиметров. Я вам сейчас все покажу на себе, застегну. И это тоже очень удобно, потому что, вот, допустим, взять те же массажные подушки, там нужно подстраиваться, там нужно выбирать какое-то положение, чтобы было удобно, ну, ее к телу просто так не прижмешь, да, нужно как-то или на подушку ложиться, или к стене опираться и так далее, ну, в общем, искать позу, иногда это бывает очень болезненно, здесь с этим проблем нет никаких, вот эти рукава, это вообще чудо какое-то, восьмое чудо света, сейчас застегну, все вам покажу. Кстати, мы уже много раз заряжали. Зарядник, когда подсоединяется к самому массажеру, он горит красным цветом. И когда полностью массажер заряжен, это где-то 3 часа уходит на зарядку, он горит зеленым цветом. Кнопочка на самом заряднике. И хватает, на час хватает точно. Через 15 минут здесь встроенный таймер, через 15 минут массажа массажер выключается. И желательно делать передышку 5 минут, потом можно там другую область массажировать и так далее. Мне 15 минут на всю спину, на стопы хватает за глаза. Поэтому заряда хватает надолго. Смотрите, значит, каким образом. Мы с вами вот так одеваем его на плечи. Я обычно начинаю сверху вниз, но лучше, наверное, снизу вверх делать. И вставляем руки. Вот у нас руки вставлены, они висят, они расслаблены, то есть у нас плечевой пояс расслаблен. Он расслаблен, руки в висячем положении, то есть плечи не напряжены. Когда мы массажируемся другими массажерами, они у нас напряжены. Вот он у нас пульт управления, встроенный с вами. Кнопка включения. Видите, я его уже включила. И идет вот этот постукивающий массаж с помощью головок таппинга плюс 16 роликов. Мы выбираем с вами удобное положение, удобное натяжение. То есть, если мы хотим посильнее, то мы немножко руки с вами натянули. Если хотим послабее, то просто в расслабленном состоянии. Плечевой пояс захватывает полностью, очень круто, в том числе шею. Вот здесь вот всю область разминает вообще великолепно. Вот это место, вот хондроз, да, который очень тяжело размять, вот шея по бокам, да. Другими массажерами тяжело по той области пройтись, а здесь великолепно. Вот вставил руки, все, сидишь. Можно там в офис с собой брать, дома, где угодно. Сидишь, и все прекрасно. Ни от какого положения там ты не зависишь. Смотрите дальше. Здесь у нас с вами кнопка, когда мы вращаемся в другую сторону.
Вот я нажала, все, и он начинает вращаться в другую сторону. Здесь у нас с вами кнопка режима. Здесь три режима. Вот самый слабый, средний и сильный. Прям такой вот от души. Я на среднем люблю. И кнопка подогрева. Инфракрасный подогрев до 45 градусов. Честно говоря, у меня были аппараты с подогревом, и от них иногда было горячо. Здесь все комфортно. Можно его выключить. Вот сейчас вы видите, он горит красным. Я выключаю его, все красным не горит. Каким образом я делаю массаж? Я потихоньку вот так спускаюсь, делаю опять нужное натяжение. Если волосы длинные, их лучше убрать. Ой, какой кайф. Девчонки, просто какой кайф. Ни от одного массажера я не получала такой кайф. На самом деле, вот эта область, которую я сейчас разминаю, это как раз вот там вот где хондроз. Вот там, где застои всегда бывают. Вот когда мы горбимся, если у нас сидячая работа, там в офисе и так далее. Вот эта область, вот когда я ее разминаю, она ощущается сильно. Если я хочу немножко сместить, и, допустим, чтобы массажеры больше попадали на боковую поверхность спины, на позвоночник, я иногда делаю вот так. Смотрите, вот я его сместила, и он у меня разминает сбоку, получается, и посередине по позвоночнику. Тоже очень приятно, просто восхитительно. И так постепенно я спускаюсь вниз-вниз, массажирую всю спину. Мне больше, я уже сказала, нравится второй режим. Мне он самый комфортный, прям супер. Массажировали уже абсолютно все части тела. Ступни великолепно. Садишься, кладешь его на пол, ставишь ножки на него. Ну, не давишь, не встаешь, естественно, можно поломать аппарат. А просто ставишь на него ножки из положения сидя, да, и прекрасно ступни массажируют. Это вообще непередаваемое ощущение. Опять с вот этими разминающими движениями. Вот видите, мне очень комфортно. Я вот сижу, вот так вот его потихоньку опускаю. То есть все нормально, спина расслаблена, все замечательно. Стоя, допустим, прорабатывать ягодицы удобнее всего, да. Можно, конечно, лежа на животе и положить его сверху, но мне больше нравится стоя именно ягодицы. А поясничный комплекс можно вполне прорабатывать сидя. Я опускаю еще ниже, то есть вот он у меня совсем там внизу уже дошел до поясницы. Для меня это очень важный момент, потому что у меня перелом позвоночника в поясничном именно отделе, и другими аппаратами там делать массаж крайне неудобно. Теми же самыми подушками, если брать, к чему-то садиться, но вот неудобно. Неудобно, не массажирует, только получается какой-то дискомфорт. Дальше я вытаскиваю руки, и чтобы промассажировать поясничную область, я его прям опускаю к крестцу, да, к копчику. Почему я сказала, что в кресле груши это делать удобно? Потому что оно мягкое и позволяет именно вот область поясницы очень хорошо размять, да, потому что очень хорошо подкладывается туда. То есть и нажим мы регулируем собственным телом. Если нам надо посильнее, мы немножко отклонились. Если нам надо послабее, то наоборот, вперед. Таким образом, очень удобно регулировать. Живот тоже потрясающе. Сейчас прям поделала, и уже вот поделала с вами пару минут, да, и мне уже стало гораздо легче. А спина болит у меня постоянно, потому что помимо перелома позвоночника, у меня еще перелом ребер и, естественно, хондроз. Живот. То есть мы вот так прикладываем просто, расслабляемся опять же в кресле груши. И все, и массаж идет очень классный, суперский, прям чувствуется вот тоже как будто захват, потрясающий. То же самое с поверхностью бедер, голени. Это вообще все можно делать лежа, абсолютно комфортно, супер. Какие еще преимущества? Ну, во-первых, здесь гарантия 2 года. То есть, если с ним в течение 2 лет что-то случается, гарантийное обслуживание от бренда гарантировано. Во-вторых, 30 дней на возврат. То есть, если в течение 30 дней вы его тестируете, понимаете, что вам не нравится, вам что-то там еще, вы в течение 30 дней его можете вернуть. И еще один плюс – оплата после получения. То есть, вы его получаете там курьерской доставкой или как-то. Вы смотрите, проверяете, тестируете и только потом уже оплачиваете. Что мне еще понравилось, вот помимо того, что очень круто разрабатываются мышцы спины, и ты сам регулируешь вот это вот нажатие, затрагивается еще затылочная область. Хорошо, я вам уже сказала, вот шея, вот эта вот часть, от чего часто болит голова, от хондроза до застоя, именно шейных мышц задней поверхности, да, захватывается затылочная зона, еще плюс у нас с вами идет стимуляция роста волос. То есть рост волос, на него очень сильно тоже воздействует массаж. Особенно массаж затылочной зоны. То есть, если мы ежедневно будем массажировать вот так затылочную зону, да, то волосы будут расти заметно быстрее. Помимо того, что аппарат очень круто расслабляет и разминает мышцы, здесь еще каждая из головок, она имеет свою частоту вращения и вибрации. Благодаря этому вот можно добиться еще тонуса мышц. То есть, если вы обездвижены,
по какой-то причине в данный момент, если у вас сидячая работа или малоподвижный образ жизни, тонус мышцам должен быть какой-то обязательно, потому что иначе они постепенно, с месяцами, с годами и так далее, будут просто дистрофироваться. Очень удобно еще, что ты не зависишь от розетки, ты можешь массажироваться в дороге, там, в поезде, в путешествии, ты можешь кому-то там отнести, маме, папе, бабушке, дедушке на курс, да, и это делать удобно в любом месте, потому что у нас здесь с вами батарея, литий-ионная батарея, которая емкостью 3000. Инфракрасный нагрев, вот это тоже важная функция. Помимо того, что он здесь очень комфортный и деликатный, он тоже очень круто расслабляет мышцы и может способствовать снятию боли при каких-то там заболеваниях опорно-двигательной или даже мышечной системы. А еще здесь премиальная эко-кожа, то есть прикасаться вообще к нему одно удовольствие. Она теплая на ощупь, она не холодная. Когда у нас вставлены с вами руки, это очень-очень комфортно. И причем, с одной стороны, здесь такое мягкое наполнение, то есть рука комфортно, нигде ничего не сдавливает. И вот эти ручки, они гораздо длиннее, чем у аналогов. Таких ручек нет ни у кого. То есть, чтобы действительно плечевой пояс, спина во время массажа были расслаблены, и руки были расслаблены, и вам было максимально удобно. Мне безумно понравилось вот то, что есть вот эти рукава, это просто какая-то находка. Сейчас покажу вам массажер со всех сторон. Здесь вот такая вот сетчатая ткань. Вот они, ролики для таппинга, их видно. Вот они, массажные ролики. Вот так выглядит обратная сторона. Эко-кожа очень мягенькая, приятная. Вот они у нас с вами ручки. Вот так они выглядят. И здесь у нас с вами молния. Она, кстати, прячется вот туда в карманчик, чтобы не мешать. Вот здесь вот мягкая такая основа, очень мягкая. И вот он пульт. Смотрите, я сейчас включу. Нажимаем на кнопку включения, и у нас автоматически включается второй режим и инфракрасный подогрев. Вот он таппинг, функция таппинга, чтобы вы увидели, как это все происходит, да? Ручки массажировать можно. У кого болезни суставов, да, бывают частенько с возрастом, в основном у женщин, вот болезни суставов рук, руки затекают. Вот здорово очень, вот он таппинг, вот они ролики, да, мы можем с вами его вот так развернуть, положить ручки и массажировать. Сплошное удовольствие. Вот они крутятся вот так во втором режиме, да, все разных размеров, вот самый большой мы с вами видим, и расположены они в шахматном порядке. Смотрите, как здорово. И вот этот таппинг, воздействуя на точки тела, я очень люблю его применять, когда делаю массаж ступни. Прям вот сюда ножку ставлю, именно середину ступни, вот так, это очень приятно. Вот, минутка прошла, он у нас с вами разворачивается в другую сторону. Минутка пройдет, он снова развернется в другую сторону. И вот этот таппинг, он, кстати, безумно приятный. Так, где у нас с вами пульт? Вот он. Смотрите, сейчас покажу вам третий режим. Вот, это самый мощный. Они начинают вращаться еще быстрее, таппинг работает тоже быстрее. И отключение инфракрасного. Вот таким образом. Вот и все, мои хорошие. Надеюсь, я вам была полезна и интересна. Ссылочка на массажер под видео. Проходите, знакомьтесь. Здоровье важнее всего. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.